Не о том речь. Нужно было нам всем сообщить. Поэтому мы и здесь. Волкер, что сделано, то сделано. Канва операции не изменилась с тех пор, как ее определили. Но на местах приходится вносить мелкие изменения. Ну, вы понимаете. Мелкие? Это не мелкие изменения. Интерпол оказался куда активнее, чем мы ожидали. У них новый аугментированный агент по имени... Адам Дженсен. Которым мы оказывали помощь извне. Мы считаем, это был коллектив Джаггернаут или даже непосредственно Янус. Мы этим уже занимаемся, но... Пока это всего лишь догадки. Давайте узнаем побольше и побеседуем в конце недели. Спасибо. На этом все. Сами виноваты. Я догадываюсь, доктор. Элизабет передает привет. Слушаю. Состояние объекта компенсировано, несмотря на ряд травмирующих событий. Воспоминания все еще соответствуют программе. Он удивительно стабилен. Отлично. Как тесно он связан с Янусом? Очень. Значит, встреча — вопрос времени.